10 староскольских школьников набрали 100 баллов по ЕГЭ. Одна заветная сотня по литературе, 3 по химии. Сразу 5 выпускников набрали максимальное количество баллов по русскому языку и 1 по обществознанию. Своими эмоциями стобальники поделились со съемочной группой 9 телеканала. Единственные 100 баллов по литературе в округе принадлежат Екатерине Щукиной. Она закончила с красным аттестатом 11 класс 16 школы. Признается, когда шла на ЕГЭ, даже не надеялась на такой результат. Ведь литература – очень субъективный предмет, многое зависит от проверяющего. Но когда выпускница узнала, что набрала максимальное количество баллов, поняла, что сотни часов, проведенные за книгами, не только в удовольствие, но и с пользой. Русский язык Катя написала на 90 баллов. Результаты третьего экзамена по английскому пока неизвестны. Я на самом деле не тот человек, который любит вкладываться в то, что мне не нравится. То есть я предпочитала вкладываться именно в те предметы, которые я люблю всей душой. То есть это вот как русский и литература. Но по остальным предметам действительно, наверное, во многом помогли учителя, их поддержка и поддержка родителей. В тройку стобальников по химии вошла выпускница третьего лицея Дарья Желтикова, круглая отличница. Девушка с 8 класса всерьез мечтает заниматься наукой, увлечена органической химией. Поступать собирается в Москву, благо что количество баллов позволяет пройти на бюджет. Русский язык Дарья написала на 94 балла, а математику на 74. На подготовку к ЕГЭ в течение 2 лет девушка тратила не меньше 2 часов в день. Приходя в школу, решая какие-то задания вот на переменах, потом, приходя домой, это какое-то повторение теории, решение заданий, решение вариантов. Мне нравилось готовиться, поэтому это было удовольствие. Конечно, иногда я уставала, но это стоило того. А для Евгения Халтобина ЕГЭ – еще одна ступень на пути к покорению мира. У него 100 баллов по русскому языку. И это не случайность, а достигнутая цель. Парень ко всему подходит рационально, имеет даже опыт онлайн-продаж. Сейчас вот на время остановил экономическую деятельность, готовился к экзаменам, поступлю на стратегическое управление компанией и продолжу захватывать мир. Главный секрет, наверное, перестаньте волноваться. Не нужно делать из ЕГЭ что-то страшное, представлять, что там вы получите плохие баллы, не сдадите. ЕГЭ – это просто шанс показать, на что вы способны. Идите и побеждайте. Результаты последних экзаменов будут известны 14 июля. 554 работы уже признаны высокобальными, набравшими более 81 балла. Если мальчик из третьего лицея, которому не хватило всего 1 балла до максимального результата – 99 баллов. И также выпускники школ номер 20 и 30 получили 99 баллов по физике. Общая статистика по полученным результатам говорит о том, что ребята наши очень хорошо подготовлены. Средний балл на уровне прошлого года. То есть каких-то резких скачков вверх или вниз нет. Это говорит о том, что стабильные знания получают наши выпускники из года в год. Анастасия Иконникова, Александр Гончаров, Александр Балакин, 9 канал.